Александру Некому, по имени Неду Сестерге, помолимся. Скорый помощниче, всех усердно к Тебе прибегающих, Тесны наши Господом Предстателю, святый благоверный княже Александры, призви милостивно на ныне достойные, многими беззаконными непотребными себе сотворшие, честнее иконе Твоей ныне притекающие, из глубины сердца к Тебе взывающие. Ты в житии Твоем ревнитель и защитник православной веры был Еси, и нас в ней теплыми Твоими Богу молитвами непоколебимы утверди. Ты, великое возложенное на Тебя служение, тщательно проходил Еси, и нас Твоей помощью пребывать и каевоза, внеже призван есть наставит. Ты, победив полки супостатов, от предел русской земли отгнал Еси, и нас, ополчающихся всех видимых и невидимых врагов, низложили. Ты, оставив тленный венец царства земного, избрал Еси безмолвное житие, и ныне праведно венцем нетленным увенчанный на небесе царствуешь. И ходатайствуй нам, смиренно молимся, житие тихое и безмятежное, и к вечному царствию шествие, неуклонное Твоим предстательством, устрой нам. Предстоя же со всеми святыми престолу Божию, молись о нас, о всех православных христианах, да сохранит нас Господь Бог Своей благодатью в мире, в здравии, в долгоденствии и всяком благополучии на многое лето. Да присно славим и благословим Бога, Троица святей славимого, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.